Ну вот этот GP Pointer 2 с Алиэкспресса, китайский агрегатик. Имеет он два режима работы. Это просто звуковой и уже с виброй. В принципе, как бы работает, как и все пинпоинтеры в стандартном режиме. По поводу глубины обнаружения все так же само, как и у того же самого Гаррета. Ну, минусовых температур у нас не было, поэтому судить очень сложно. Кто-то говорил, что при минусовых температурах питание или садится, или он сам становится менее чувствительным. А так все, в принципе, прекрасно. Кнопочка влагозащищенная, покрытая резинкой, и динамик. В принципе, как и подсветка. А так, по весу все то же самое, как и обычные стандартные пинпоинтеры.